этом году Булгарадио в шестой раз проводит вручение национальной музыкальной премии. Мы снова сможем увидеть полюбившихся нам исполнителей, зажигательных танцоров, послушать музыку, затрагивающую до глубины души. Чем же удивят организаторы в этом году? Главная идея у нас — песня «Крыляет». Есть такие песни, которые, ну, непонятно из-за чего, из-за слов, из-за музыки или из-за исполнения, но не знаю, чем-то она нас воодушевляет. И мы решили найти ответ на эти вопросы. С чем же нас затрагивает эта песня? И решили в этом году номинировать тех певцов, тех исполнителей и произведений, которые нас задели за душу. Главный принцип – голосует каждый. В проекте «Горячий хит» слушатели уже отдают голоса за любимых артистов. Также награждать будут тех певцов, чьи песни составляют золотой фонд радио. Праздник продуман до мелочей. Важно, чтобы все, кто придет на вручение премии, получил максимум положительных эмоций, рассказали нам организаторы. Сделаем упаковку. Например, ту же самую сцену мы стараемся сделать так, что все было в национальных орнаментах, костюмы, это все равно много чего говорит, красивые ведущие, конечно же, будет наградная группа, они будут в костюмах, то есть все должно символизировать нашу национальность, потому что это, я так думаю, единственный такой итог года, где мы показываем, кто мы такие, кто мы по национальности и что мы имеем. Шестая национальная музыкальная премия «Булгарадио» – незабываемое мероприятие в жизни нашего города. И мы все с нетерпением ждем этого события. Еженедельно о самом главном смотрите «7 дней» на ТНВ.